До этого шея побаливала. Тяну я поделал, вот это все. Перестала болеть. Потом опять. То слева, то справа. Тягу сделал. Вот, предпоследнюю. 420 килограммов. Как разболелись вот эти трапециевидные мышцы, будто я ими натрудился, а я там всего там делал-то ерунду. Вот более-менее что-то прошло с одной стороны, с другой стороны осталось. Но, и что я хочу еще сказать? Хочу сказать следующее. Начнешь с малого, закончишь большим. Как только, ну думаю, сейчас поставлю вес побольше, начну с него, не получается, организм как-то не может приспособиться. Поставил 400 кГц и даванем. Ну, будь смелей, акробат. Хотелось бы умом понять и прочувствовать, как это давить больше сознанием, нежели физикой. Сознанием, нежели физикой. Значительно легче. Туда ее поднимаешь, туда ее поднимаешь. Thank you.
самое легкое поднял. Пошел пласт туда. Пошел. 600 какая есть. Что значит отдохнул, как-то почувствовал, что восстановились коленные суставы, голеностопные, и самостоятельно 600 даванул. Ну вот размялся. Ну что, звякнуло?
Thank you.
420. Надо как можно тщательнее привязаться. Руки не держат такие веса. Колыхнулась. Это хорошо. Столюка крепкая. Такие веса держат. Триста есть. 340 стоим. Ну и начали. Ничего, да? Не, почему? Оторвалась. Оторвалась, да? Да. Чуточек. Оторвалась немножко, да. Ничего, да? Не, почему? Оторвалась. Оторвалась, да? Ну и хорош. Хорош. Thank you.
Ну все, закончили.